В Нижневартовске сегодня организовали чрезвычайную ситуацию на избирательном участке. По легенде, здесь произошел пожар. Зажигательную смесь подбросил провокатор, который проник в пункт для избирателей. Исключать такие случаи нельзя, поэтому к ним готовятся. Это действительно нетипичная ситуация. Члены избиркома должны не только эвакуировать людей, но и обязательно спасти документацию и бюллетени. Иначе выборы могут быть признаны несостоявшимися. Еще до приезда сотрудников МЧС всех людей вывели на улицу. Тушение пожара заняло у огнеборцев считанные минуты. Напомню, что до единого дня голосования меньше месяца. 8 сентября пройдут до выборы депутатов всех уровней. Один из избирателей подкинул на территорию избирательного участка зажигательную смесь. По легенде учений члены избирательной комиссии приняли первичные меры пожаротушения, но самостоятельно справиться не смогли, и по инструкции были вызваны пожарные службы. Согласно всем требованиям, бюллетени были эвакуированы в специальную зону, которая была охраняема на тот момент представителями полиции. И все также члены избирательной комиссии находились в этой зоне.